Тари. Наиграли на 3 очка чуть. Не получилось то, что планировали. Там были такие хорошие подходы, когда вы бегали, особенно в втором тайме. Где-то вне игры, где-то не распорядились ребятки. Вот так, конечно, по самоудаче никакой. Никому претензий вообще никаких нет. Единственное, вот эти ключевые моменты, эпизод, где мы выбегаем, не реализовали. Вот. Жалко, что не набрали сегодня 3 очка. Вопросы. Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, Виктор Сергеев сегодня в заявке был просто для количества? Ну почему для количества? Он просто пропустил, получается, предыдущую игру из-за красной карточки. А сегодня решили ставку сделать на Филиппа Дворецкого. Вот опять же вопрос, почему именно такая ставка? Ведь в распоряжении два нападающих было, Ермаков и Сергеев, вроде, ну, по заявке здоровы. Я не знаю, это мое видение просто на данный момент игры, и все. Я решил сегодня ставку сделать на Филиппа Дворецкого. Тогда как оцените его игру? Его первая игра после долгого перерыва. Понятно, что у парня очень много эмоций, но где-то не получилось справиться, но в целом его игрой. Не скажешь, что доволен, если бы он забил там, то, конечно, был бы доволен. Ну, где-то были в первом тайме, особенно моменты, там, и он и пробил рядом со штангой, так скажем, и головой как раз после его удара. Мы заработали угловой, после которого мы забили гол. А факел ожиданиями на такой игры? Какой? Ну, вот как они сыграли, учитывая там тактические построения, там, так далее. Ну, конечно, 4-1, 4-1. Они все игры так играют, они, по-моему, одну игру только 5-3-2 сыграли, где пропустили 7 Спартака. Поэтому больше они не играли в эту схему. Так у них все люди одни и те же, у них, по-моему, третью игру одни и те же люди играют. Ничего нового, в общем, для нас не было, но мы отталкиваемся от своих возможностей, от своих, так скажем, сильных сторон на данный момент. Так что мы только так можем играть, по-другому никак. Ну, по крайней мере, я ситуацию не вижу поэтому. Еще вопрос. Руслан Ильич, вы приняли команду в очень тяжелый период, без выигрышной серии, плюс тяжелое финансовое положение. Как вы решились без тренерского опыта, без... Не формирую состав перед сезоном, возглавить клуб, и что, на ваш взгляд, ждет в дальнейшем Мордо после зимнего периода? Уф, ты как-то какую-то глобальную такую тему затронул. Понятно, что я не занимался формированием клуба, это вообще вопросов нет. Поэтому поводу. Ну вот, по поводу дальнейшего, так скажем, клуба. Есть люди, которые заинтересованы в дальнейшем развитии клуба. Это и министр спорта, это и глава республики Волков, который, понятно, что у него там в меру там своих определенных проблем на данный момент в республике. Он все это доводит через министра спорта, который в свою очередь всегда приходит и там подбадривает, поддерживает. И ребята, последняя игра была предыдущая с Торпедо. Он, я не знаю, за год, наверное, единственный человек, который забежал в раздевалку с такими эмоциями, с положительными. Вот, а то, что я возглавил, я... Понятно, что не было опыта, а куда деваться? Мне кажется, тут даже вопрос не стоял. Мне не, просто не безразличен этот клуб, потому что я сколько, 10 лет уже провел в клубе. Всякое мы видели, это и ради болельщиков, конечно, и ради ребят, которые на данный момент, что греха таить, тут там многие люди, так скажем, уже опустили руки там в определенные моменты. Вот их немножко взбудоражили, взбодрили. Ну, сейчас сами видите, и ребята, в принципе, и отдаются полностью игре. Единственное, немножко там что-то получается, что-то не получается. Вот, по поводу самоотдачи, повторюсь, к ним вообще никаких претензий нет. Есть там определенные нюансы футбольные, вот, на которые мы, так скажем, отдельно будем разговаривать с ребятами, и все. А то, что касается развития клуба,
Я не знаю, мы, конечно, эмоционально, я, так скажем, молодой тренер. Развитие мы хотим очень сильно. Просто есть, так скажем, да, много околофутбольных дел, так скажем. Даже сегодняшняя игра, что тут над нами уже, по-моему, все смеются. Мы тут трое суток добирались туда-обратно. Сегодня и понятно, и тяжело было ребятам, все видели, как они терпели. У меня, если даже у меня поясница болит до сих пор от этих поездок, то уж я думаю, там, мне кажется, уже вообще все смеются над нами, что мы таким образом добираемся. Я просто не понимаю, почему так все это происходит. Почему именно в последний день берутся билеты, это уж эти вопросы, наверное, не ко мне надо задавать. А ребята все молодцы. Все стараются, по крайней мере, желание. И вот этих упаднических каких-то настроений, как до этого вы говорили, задавали вопросы, таких нет. Так что у нас еще последний тур, заключительный, где ребята постараются взять очки. Вот, и как раз в тему развития дальнейшего мы тут с помощником, старшим тренером Дмитрием Анатольевичем, попросил его, мы во вторник собираем товарищеский матч, как раз 2001, 2002, 2003 год, он здесь будет на стадионе «Старт». Вот всех вас приглашаем, хотим посмотреть дальнейшие, как бы, своих воспитанников. Хотим дальше развивать взаимное сотрудничество как нашего клуба, так и, ну, школы в дальнейшем. Вот и в ближайшее время хотим посмотреть по поводу перспективы ближайшего резерва, так скажем, молодежи. По зимним сборам есть уже четкая какая-то информация? Или опять будем в последний момент билеты брать и на автобусе на Кипр добираться? Я не знаю, если бы директора бы пригласили, он бы, наверное, может быть, ответил. Хотя, ну, я думаю, что навряд ли бы он что-то там ответил. Мы так же, как и вы, узнаем, мне кажется, в одно и то же время, когда мы поедем на выезд вообще. И просматривать здесь молодых, если вдруг там окно не откроют, то их, наверное, можно заявлять, поэтому? Ну и... В принципе, и как раз и для этого, в принципе, делаем, чтобы ближайший резерв посмотреть, еще раз повторюсь. Там, конечно, не нам все это планировать, как все это будет дальше. А так, конечно, хотелось бы дальше развивать, потому что мы реально горим, и жалко, что клуб в данный момент вот в таком положении, так скажем, находится.